Hola amigos, на связи Матвей. И сегодня, впервые за долгое время, на моем канале вы увидите игровое видео. Специально для вас я заснял нереально крутой геймплей, как я занял топ-1 и нафармил 20 киллов в Fortnite на своем обычном Android-устройстве. Кто не в курсе, то я играю в Fortnite на своем обычном телефоне в 60 FPS с управлением 6 пальцев. И сегодня в этом ролике вы увидите не только банальную запись экрана моей игры, но а также я для вас специально заснял нереально крутой хэндкам, который вы просто обязаны увидеть в своей жизни. Также успел наклепать кучу крутых моментов в своей игре. В общем, ребят, предлагаю вам просто расслабиться, почилить, посмотреть это видео как в старые добрые времена Fortnite. Будет мега интересно, ни в коем случае не переключайтесь. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на моем канале и тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает, и только ты своей подпиской на этот канал сможешь все исправить. Также обязательно поддержи наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автора MotiveCar смело вводи и покупай исключительно с ним. Также теперь вы можете официально стать спонсором моего канала по ссылочке в описании. С легкостью оформляйте ежемесячную подписку, которая вам по карману, и поддерживайте мой контент. Каждая подписка имеет свои привилегии, о которых вы также можете узнать по первой ссылочке в описании. У меня уже есть свой первый спонсор по имени Алекс. Огромное тебе спасибо, передаю пламенный привет. Но также вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешен. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь предлагаю наконец-таки посмотреть на то, как я занял топ-1 и сделал 20 киллов, играя в Fortnite на своем обычном телефоне. Уверен, такого вы еще точно нигде не видели. Норм пушка. Что? Я не понимаю. Фигня какая-то.
общем, как-то так, ребят. Огромное спасибо за просмотр. И если вам нравится видео такого формата, то обязательно дайте мне об этом знать вашими лайками и комментариями. У меня в идеях еще ролики подобного формата, где я беру топ-1, играя в соло против дуо и в соло против складов. Так что реализация этих видео зависит только от вас. Ну а если ты хочешь лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово «Бебра». Только так я пойму, что ты досмотрел это видео до конца, ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.